Раз-раз, вы на канале Олег Ас, и сегодня у нас довольно интересная техника. Вот такой вот, самой первой модели Львовского мотозавода V902, которая выпускалась с 1958 по 1962. Кстати, если вы смотрели наши предыдущие видео, у нас там снималась совсем другая эталонная модель V902 в синем цвете. Но совсем недавно к нам случайно попала вот такая вот полностью аутентичная оригинальная V902 1958 года с родным мотором, со всеми родными вещами. Точно такая же, как она сошла с конвейера. И самое интересное, что у этой модели практически новый двигатель. То есть она почти не ездила, и все вот эти вот следы эксплуатации, которые вы наблюдаете, это от хранения. Этот раритет тоже ездит, вот, притом довольно неплохо. Единственное, конечно, моторчик D4 по сравнению с D5 немножко слабее тянет, но хотя тут надо сделать поправку, что он абсолютно новый, поэтому еще не прикатался как следует. Вот, но самое главное, что этому раритету 62 года. И он, как видите, ездит, заводится, еще и возит меня вот такого вот. Поэтому, ну, останется, наверное, в коллекции.